В стройной иерархии Volvo до этого момента было все просто и понятно. Под литерой S продавались седаны, V – универсалы, а XC – кроссоверы. Но теперь гамма будет расширена за счет подзабытой буквы C, так как рынку предъявлен купе-образный кроссовер C40 Recharge. На самом деле перед нами хэтчбэк – разновидность электрической версии XC40. От исходника новинку отличает полностью другое оформление задней части кузова, а также некоторый декор вроде индивидуальных бамперов. По салону C40 и XC40 почти идентичны, но у хэтчбека потолок над задним диваном занижен на добрых 6 сантиметров, а для отделки интерьера нельзя заказать натуральную кожу. Забота об экологии позволяет применять лишь ткань и кожзам. В плане техники электромобиль предлагает пару электромоторов с суммарной отдачей свыше 400 сил, а также батарею на 78 кВт-часов. Ее хватает, чтобы отмахать 420 километров на одной зарядке. Цены будут объявлены, как только Volvo назначит дату продаж. Но уже сейчас можно предсказать, что C40 станет хитом, ведь аккумуляторный XC40 оказался настоящим бестселлером шведской марки. Премьера электрохэтчбека C40 Recharge совпала с соглашением новой стратегии Volvo. Еще недавно шведы собирались быть лишь наполовину электрическими, ставя задачу к 2025 году продавать гибриды и электромобили пополам. Исправленный и дополненный план – полный переход на электротягу к 2030 году. И нашего рынка это тоже коснется. По замыслу Volvo клиенты сперва привыкнут подключать к розетке гибридные машины, а затем перестанут бояться и полностью электрических. В первую очередь потому, что вы испытали уверенность за рулем плаг-ин гибрида. Вы не боитесь, что закончится заряд, ведь есть план Б – двигатель внутреннего сгорания. Мы верим, что клиенты, которые попробовали плаг-ин, смогут легко сделать следующий шаг и переключиться на чистые электромобили. Серийная электричка у Volvo пока одна. Это кроссовер XC40 Recharge. Первый электрический Volvo будет доступен на российском рынке в начале следующего года. Конечно, в приоритете XC40 Recharge. И сразу после него мы запустим модель, которую мы увидели сегодня. Это C40. Серийный XC40 Recharge с прошлой осени выпускается в бельгийском Генте. Этот же завод займется и хэтчбеком C40.